продолжается ремонт на улице Комсомольской. Сейчас проедем мимо кинотеатра «Современник». Плиточка. Вот с этой стороны деревья есть, и все не выпилили. А с этой стороны выпилили все деревья. Вот посмотрите, как жалко. Здесь теперь в летнюю жару бедному путнику не подо что голову преклонить. Ни одного деревца не оставили. Когда-то был ресторан, магазин «Океан» и ресторан «Океан». С той стороны деревья есть, там хорошо. Тоже ведется ремонт. А здесь ни одного не осталось. Видать, очень сильно городу нужны в этом месте парковочные места. Вот возле детского мира даже лавочки снесли, на которых сидели мамы с колясками под деревьями. Сейчас тут лысо, лысо, голая земля. Очень жаль. Я деревья люблю. Хорошо, что на этой стороне они остались. Проезжая мимо станции Юнатов, забор рухнул, ремонтировать будут, вернее строить уже, наверное. Пока вот такое ограждение. А это магазин Эльдорадо. Приехал я на уют, всего доброго. Подпишитесь на канал Из Орла. Если понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Сделайте репост. А также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Это сквер ветеранов, проезжаем. Когда-то, я помню, тут только саженцы посадили, и они были тоненькие, а сейчас вот полноценные деревья. Вот. Всего доброго. До новых встреч.